Коллектив Нижневартовской окружной клинической детской больницы отправил очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Сбор проходил в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Югре. На этот раз груз сформировали из резервов больницы. В коробках необходимы для работы материалы и одноразовые расходники, предназначенные для работы медиков. Отмечу, медики Нижневартовска оказывают и психологическую помощь в Нижневартовской городской поликлинике. Для этого работает специализированный кабинет. При необходимости участникам СВО и членам их семей помогают разобраться с посттравматическими стрессовыми расстройствами.